Всем доброго времени суток. В этом выпуске я решил объединить несколько моих покупок. То есть в одном выпуске будет несколько компьютеров. Собственно, почему бы и нет, да и полноценный, ну или почти полноценный тест есть у одной сборки, далее поймете почему. В общем, усаживайтесь поудобнее, как обычно ссылки на железки будут в описании, без этого никак, легче просто указать, отвечать всем одно и то же немного утомляет. Помните, ну по крайней мере те, кто смотрит мой канал, как в одном из предыдущих выпусков я сказал, что со второй материнкой будет отдельный выпуск. С материнкой, которая стояла у меня на полке, так как их у меня было две, обе одинаковые, одна ушла в сборку, вторая ждала своего часа. Так вот, вторая тоже ушла в сборку, там я вообще не успел ничего не отснять, не успел сделать и тесты, конечно, из-за пандемии пришлось собрать все быстро и для учебы. Был немного расстроен из-за того, что не успел, но в тот же день пришел еще клиент со своим компьютером для апгрейда. Эту сборку вы уже видели, а вот что я получил с этого компа и покупка еще двух компьютеров, вот эту историю я вам расскажу, ну и покажу. Получил я с его компа материнскую плату, планку оперативной памяти в 2 гигабайта и видеокарту GTX 660 на 2 гигабайта, которая завелась только один раз. Я так подумал, что она испортилась. Но отправив ее на ремонт, мастер не нашел в ней никаких дефектов и отправил ее обратно. Я ее подключил, и она заработала, как ни в чем не бывало. Все стресс-тесты прошла вообще на ура. Странно это, конечно, и все же работает и работает, ну и ладно, тем же лучше. Кстати, я продал ее, нашелся покупатель. А вот материнка именно такая, про которую я уже говорил в некоторых своих выпусках, которая не хочет принимать ни одну другую карту, кроме той, что стояла там. Думал, соберу комп офисный со встроенной графикой, и как раз подвернулся клиент на сборку для учебы. И снова пандемия. Кстати, вместе с этой материнкой мне еще и процессор остался, по-моему, i5-540. Также был новый корпус на мини ATX, вот все и решил собрать воедино. Докинул еще планку в 2 гигабайта, что в сумме дало 4 гигабайта, поставил винт на 500 гигабайт, блок питания и, в принципе, сборка готова. И ушла к своему новому хозяину. В итоге пришлось поставить другую карту, это GTX 660 на 2 гигабайта. 1155 платформа имеет такие замашки, да, я не знаю, как это правильно сказать, что вот не с каждой видеокартой он работает, не с каждой видеокартой включается. Вот на встроенной графике без видеокарты работает, с видеокарту какую бы ни поставили, то не хочет выдавать изображение, надо просто иногда менять, другие видеокарты ставить. Но у меня вот эта вот есть видеокарта, она не сработала. И вот эта вот видеокарта тоже с ней не хочет работать. Но на встроенной графике все работает прекрасно. Там дело уже не в оперативной памяти. Я местами менял, все перекидывал. Это уже сама платформа. Может быть, эта проблема есть только на материнских платах от фирмы Asus. Может быть, я повторяюсь, может это просто издержки сокета 1156. Я вот делал как-то выпуск на эту тему. Вот, но были люди, которые говорили в комментариях, что, мол, никогда не сталкивались. Вот, пожалуйста, в который раз я уже с этим сталкиваюсь. Плюс у меня еще вон там вот есть тоже материнские платы. На одной из них такая же проблема. Это именно 1156 сокет. На 55-х, 50-х, 51-х, на других сокетах я этой проблемы не сталкивался с этой проблемой. Вот так вот. Сейчас будем переставлять отсюда железо. Скорее всего, поставим вон тот феном на 3 ядра с башенным кулером в совокупности с этой видеокартой. А этот сокет, как встроенная графика, соберу вон тот вот корпус, тот, что мелкий от Ginzu. И у нас получится 3 сборки, потому что вот эту я буду переставлять вот сюда. Вот в таком маленьком корпусе собрал офисный системник на базе вот этого i5 процессора, i5-540, 4 гига оперативки, 2 планки по 2 гигабайта, 500 гигабайт жесткий диск, 400 ватт блок питания и боксовый кулер. Идет установка операционной системы. Только продал компьютер, как принесли мне комп на продажу, сказали не работает, включается, но что-то с ним не то.
В итоге я его взял, так как он включался, что уже хорошо. Да и железо вроде неплохое для той суммы, что просили за него. Итак, материнская плата, начну я с нее. BioStar N68S3+, на сокете AM3, с процессором на борту AMD Athlon 2, уже и не помню модели. Оперативок было 2 на DDR3, обе разные фирмы и обе на 2 гигабайта. Блок питания APX350 на 350 Вт соответственно и жесткий диск от Hitachi на 500 гигабайт. Видеокарта стояла там HD 7750 от AMD Radeon на 1 гигабайт памяти и GDDR5, ее оставил для другой сборки. В общем, нужно было все перебрать. Процессор был вообще без термопасты, SATA шлейф был подключен с обеих концов в материнскую плату. Ну хорошо, там так нашаманили, что еще меня немного так озадачило, это переходник на жесткий диск. Не знаю, да и не понимаю почему, но на SATA жесткий диск был установлен переходник IDE и подключен через IDE шлейф на материнку. В принципе, сам шлейф по-хорошему был установлен неправильно, да и разъем этот на плате стоял для привода CD-DVD дисковода. Короче, я все там перебрал, ненужные переходники убрал, все почистил, переустановил в винду и все работало, без каких-либо нареканий. Даже сетевая карта на слот PCI Express стояла, также не понял для чего она нужна, так как встроенная работала прекрасно. Ушла эта сборка, уже был покупатель на нее, даже не нужно спрашивать для чего ее брали, так как ситуация, которая была, уже вынуждала иметь дома компьютер. И снова принесли комп на продажу, буквально день прошел, кажись, продавали срочно и дешево, и поэтому я купил его не раздумывая. Корпус был нормальный, не новый и не потрепанный, а внутри сокет AM2+, с хорошей башней, поподробнее расскажу сейчас все и покажу. Кстати, друзья, всем, кому интересны новости из мира информационных технологий, к примеру, какая фирма какой охлад выпустила или какую ограниченную серию видеокарт, прошу свой телеграм-канал, инстаграм-страницу, кстати, в ней еще и показываю дом, который строю, и в группу ВК в ней помогаю со сборками. В общем, всех жду на моей странице, где информация обновляется несколько раз в день и все самое важное и актуальное. А теперь давайте вернемся к сборке. Раз уже сказал за охлад, кулер тут стоит от Титан с тремя медными трубками, с ТДП, наверное, ватт так на 120. Под ней сидит себе на материнке процессор AMD Phenom 8450 на 3 ядра, частотой в 2,10 ГГц. По-хорошему можно было попробовать разблокировать 4 ядро. Но мне не особо-то и везет в этом, и поэтому пусть останется как есть. Только один раз получилось нормально разблокировать без каких-либо нареканий. Материнская плата от фирмы Asus M4N78SE поддерживает процессоры на сокете AM2+, максимально держит до 8 ГБ оперативки на DDR2. В общем-то и все, больше о ней ничего нужного сказать не вижу смысла, скажу о оперативках, и их две. На 2 и 1 ГБ, и обе разные фирмы, но не конфликтуют. Жесткий диск я оставил тот, что там стоял, а он, если я не ошибаюсь, на 500 ГБ, стандартный от фирмы Seagate. Ну и видеокарта HD6700 на 1 гигабайт от AMD Radeon в исполнении фирмы Sapphire с дополнительным питанием в 6 пин. Частота работы ядра 850 МГц, шейдерных блоков 800, шина памяти 128 бит на GDDR5 с интерфейсом PCI Express X16 2.0. Вроде о всех комплектующих рассказал, если нет, то пишите в комментариях, и сейчас, думаю, самое время перейти к пару тестам. Итак, синтетика FarmArk, надо делать Full HD, и пусть летающий бублик покажет, на что способна карта, и результат 796 points.
Это немного однозначно, а теперь тест процессора Cinebench R15. Ждать тут ничего изначально не нужно, и вот результат в 151 очко, что очень мало. Ну а теперь CSGO. Настройки на средних, что-то выключено, разрешение выставил на Full HD, пусть будет так все, сейчас посмотрим. Печально все это, дико все лагает, выстрелил и оказалось, что в никуда. Надо по-хорошему скинуть настройки, подумал я, и сделал таки это. Вроде как уже лучше, местами проскакивают фризы, в основном же 50-60 кадров, просадки идут до 25 кадров, максимально 80 с лишним кадров. Танки. Танки должны спасти ситуацию, и настройки на самых минимальных, но в разрешении Full HD. Карта, конечно, вообще никакая. И возможно в связке с этим камнем. Возможно. But you got to play generic drops for days. Still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my heart progress. I'ma rip this shit till my bones collapse, till the roof comes off. Есть, конечно, подозрение, что и процессор виноват. Тоже пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Будет интересно узнать и ваше мнение. А тем временем ёлка спасает ситуацию. Оптимизированная игра по высшему классу. В среднем 40 с лишним, максимально 50 с лишним, минимально 35 кадров. Но это редко. Ладно, теперь Warface. Тоже вроде как оптимизация неплохая. Разрешение Full HD, настройки на низких. Вообще без понятия, сколько там кадров. Так как игра не захотела запускаться с MSI Afterburner, я так понял, там срабатывает какой-то античит. Фризы проскакивают, это заметно, по крайней мере в начале миссии, когда запускается локация, да и по ходу игры тоже есть это дело. Думаю, если и есть, то 40-50 кадров. Просадки идут, наверное, до 25 ориентировочно. Играть, в принципе, можно, но это то еще удовольствие. В общем, вот такая сборка ушла своему хозяину. Был произведен бартер на ноутбук, который буквально через пару дней был продан. Сейчас же я начал один проект, и он довольно крупный. Вот думаю провести голосование в группе ВК, а вы пишите в комментариях, рассказать о нем. Интересно? На этом мой выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.